поеду я, мы песни вам споем. И в этой песне слышится, там облик жизни всех. И когда легче дышится, и станет вечером. Приехал к нам, приехал, Ритка, 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 Ритка,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Слышал ли ты трансцендентный звук, восходящий из Омского дворца молодежи? Да, дорогая. Голос Бхакти Бринга Говинды Свами Махараджа всегда ласкает мой слух. Его проповедь стала настолько масштабной. Да, мой господин, в зале полный аншлаг, и яблоку упасть негде. Не огорчайся, дорогая, но я вынужден отменить Радхаятру в Омске, потому что триумф преданных на марафоне... Аншлаг в театре ставят под угрозу мои планы. Золотой век может наступить раньше времени. Все по твоей милости, мой господин. Лучшие музыканты города Омска.
Ишина. Огромное спасибо. До новых встреч. Радость победы испытали все пришедшие на праздник бега под названием «Сибирский международный марафон». Зрители стали свидетелями очередного триумфа. Yeah.
spank your face, Blondie. Let my people go. 'Cause the Lord said, go down. Go down. Отлично просто. Тяжело бежала? Нет, нисколько. Бежать трудно? Нет. Расскажи, как ты бежал. Как? Что тебе понравилось? Мне все понравилось. Все, пора хреново начинать. Пора? Поехали. Да. Махараджу. Настроение боевое, надо было 42 бежать. Да. С такими силами. И 42 бы, и Харинама бы, и Киртан. Все бы хватило. И Махапрасад потом. Супер. Заодно. Да, мы вам гарантируем. Че, устали? Нормально? Нормально все. Отлично. Милостью Кришны мы пробежали эту дистанцию лучше всех. Мы бежим, а кто-то говорит, вы самые лучшие. Такая, говорит, бежала, Никунжа? Да, бежала. Впереди мужчина такой простой, благочестивый, повторил Хари Кришна Калинди Бхакти. Ему говорит, еще повторите. Он еще повторил. Я вообще просто... После этого у меня силы пришли еще бежать. Надо же, люди простые. Как тяжело дистанцию бежать было? Ой, ну тяжело было, но чувствовал, что Махарадж сзади бежит и не хотел останавливаться. Я все время оглядывался, он прямо без остановок и столько энергии. Очень здорово было. Спасибо. У меня сегодня 35 лет, Матаджи, Гаураприя. Я бежала все дистанции рядом с Махараджем. Вас записывает камера или нет? Нет. Да все уже знают. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Hare.
Ну, экстаз. А люди что-то говорили вокруг? Бежал удивительный человек. У него волосы вот так вот стояли, белые. И он говорит, что правда, можно повторить Харе Кришна и стать счастливым. Я говорю, да, повторяйте. Харе Кришна. Я говорю, еще, Харе Кришна. Он говорит, сколько раз надо повторить, чтобы стать счастливым? Я говорю, повторяйте всю жизнь. И он побежал счастливый и довольный. Супер, Галя, спасибо.